Если бы камни могли говорить, это здание рассказало бы многое из истории Могилева. Построенное в начале 19 века, оно несколько раз меняло свой статус. А имена выпускников учебного заведения, которое располагалось в этом здании, помнит не только вся Беларусь, весь мир. История Могилевской мужской гимназии в рубрике «Старый Новый город». Наталья Кулешкова работает учителем в 3-й Могилевской гимназии. Вместе со своим бывшим учеником, а ныне историком Алексеем Бирюковым, нашла столько уникальной информации о здании бывшей мужской гимназии, что на целую книгу хватит. Только вот преподает Наталья Федоровна не историю, а физкультуру. Свой научный поиск объясняет просто: нужно знать историю города, в котором живешь. Что касается этого здания на Ленинской, то изначально строили его для нужд военных, а не учебных. Накануне войны с Наполеоном по всей Российской империи стали появляться военные поселения. Было такое и в Могилевской губернии. Построили его для Елецкого мушкетерского полка. А вот здесь вот, на этом месте, в центре города, было построено здание для высшего офицерского состава. Оно было построено вот до входа в Алису. Строительство закончили в 1809-м. Архитекторы учли тот факт, что на этом месте когда-то был естественный канал, который соединял Дубровенку и Днепр. Поэтому у этого здания глубокий фундамент и 5-метровый подвал. К концу 2009 года это здание уже было построено. Вверху это были кабинеты штабистов, штабных работников, а внизу был шикарный зал для приема. Затею с военными поселениями не успели довести до ума. Помешала Отечественная война 1812-го. Елецкий гусарский полк ушел воевать с французами. Во время войны здесь был и русский госпиталь, и французский госпиталь. После войны в 2014 году Барклай-де-Толли опять возвращается в Могилев и опять занимается этими поселениями. В 1820-м это здание отдают учебному заведению. 5 марта здесь открылась портупея-прапорская школа. Это была двухгодичная портупея-прапорская школа. Здесь учились только дети дворян, потому что готовили этих офицеров только для штабной работы. И эта школа, я должна вам сказать, она даже вот имела огромный успех у нас в империи, потому что было таких две – в Тульчине и в Могилеве. В 1821-м в Могилеве был расквартирован штаб 2-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии во главе с великим князем Николаем Павловичем, будущим императором Николаем I. Его высочество был весьма недоволен подготовкой юнкеров Измайловского полка. По распоряжению великого князя возле здания портупей-прапорской школы построили огромный плац, где измайловцы занимались строевой. Школа просуществовала до 1830-го. С этого времени начинается история нового учебного заведения – Могилевской мужской гимназии, названной в честь императора Александра I.